Здравствуйте, мы рады вас Здравствуйте. видеть сегодня. И сегодня мы обсуждаем тему ресурсов. Какие они бывают, внешние, внутренние, как понять, какие ресурсы когда нужны и каким образом можно этими ресурсами управлять, да, как получать доступ к внутренним ресурсам и как управлять ресурсами внешними. Тема, казалось бы, простая, и информации на тему достаточно много, вот, но, тем не менее, все-таки она настолько важна, она является такой вот жизненной и повседневное использование вот своих знаний о том, как ресурс получить, как получить к нему доступ, как один ресурс перевести в другой. Ну, хорошо, если эта штука встроена в нашу жизнь, и мы очень легко решаем все свои задачи, управляя доступом к внутренним и внешним ресурсам. Собственно, мы уже, наверное, неоднократно заявляли в разных наших других эфирах, которые сейчас там записи лежат на Ютубе, как обычно, да, мы много говорили о изменениях, да, о том, как изменения вносить в разные области там своей жизни, своей психики, организационные. И мы, наверное, несколько раз, наверное, упоминали универсальную формулу, да, там текущее состояние плюс ресурсы равно там желаемое состояние, да, базовая формула изменений. Вот, собственно, об этих ресурсах мы и будем сегодня говорить. Более того, мы и упоминали, да, о том, что ресурсы там внутренние, ресурсы внешние, вот, и, собственно говоря, на прошлом эфире, да, на прошлый эфир мы говорили о технике SCORE, о модели SCORE, о модели создания изменений, там мы как раз, да, сказали, что вот и ресурсы тоже. Вот, и, собственно говоря, возник как раз, конечно же, вопрос, да, возник запрос на тему, там, а как эти самые ресурсы искать, потому что где мы находимся, обычно известно. Там, ну, как бы худо-бедно, да, там иногда надо как-то, бывает, надо признать очевидное, да, чтобы четко ответить на вопрос, где мы находимся, да, даже если это очевидное, не всегда приятное, да? Да, посмотреть правде в глаза, да, в свои собственные глаза. Да, но тем не менее, окей, ладно, допустим, с признанием, где мы находимся, да, там, ну, более-менее нормально. Вот, с идеями, куда мы идем, да, куда мы хотим идти, тут вообще, тут идеально обычно у всех, да. Там наоборот, надо там местами урезать слона или как-то урезать осетра, да. Но по крайней мере. На прокрустовом ложе, да. Но по крайней мере, как бы там, ну, типа, там масштабная цель лучше, чем никакой цели, да. Вот. Нормально. То есть с этим все хорошо. Ну, потом, когда, значит, человек, окей, хорошо, ладно, говорит, человек, я нахожусь, вот, извиняюсь, здесь, да. Вот, а хочу, вот, например, туда. Да, в принципе, все понятно. Мы говорим. Ну, дальше как бы, окей, да, что тебе для этого надо? Ну, простой, понятный вопрос. Ну, и, собственно говоря, на этом простом, понятном вопросе. Собственно говоря, вопрос, он может быть и простой, но не очень понятный. Я бы сказала, это сакральный вопрос на самом деле, да. Да, собственно, поэтому, да, в NLP существует там некоторое количество того, что называется там паттерны поиска ресурсов или вопросы для поиска ресурсов. Как раз потому, как раз по той причине, что вопрос, что тебе для этого надо, он вопрос как бы самый очевидный, самый понятный и самый бесполезный. Потому что чего, да? Этот вопрос и, ну, давайте предположим, что вы консультант, да? Там, вы там высокооплачиваемый коуч, да? И вот к вам приходит человек, вы разобрались, где он находится, куда он хочет двигаться, да? И вы такие задаете вопрос, что ты хочешь, что тебе нужно для того, чтобы туда двигаться? Ну, неужели... Обалдеть, я столько бабок заплатил, да. Чтобы ты мне это спросил. Неужели есть мнение, что без вас человек себе не задавал этот вопрос? Ну, задавал, конечно, задавал. И человек вам, скорее всего, скажет, ну, это понятно, вот это надо, это даже более-менее есть, только толку нету, да? Только мы все равно не движемся никуда. Видимо, что-то еще не хватает. Вот, и этот вопрос правильный, да, вопрос, что нужно, он правильный. Он должен запустить, он должен актуализировать, да, человек там должен вытащить сколько-то там, ну, один, два понимания того, чего он уже знает, и без вас, например, да, и без техники. Но дальше двигаемся, да, если там вот условно
Ну, давайте мы этот пример обычно приводим как раз на тренингах, он такой показательный, да. Есть там человек, да, человек пришел и говорит, там, хочу выступать, перед публикой выступать хочу. Вот, хочу вот выступать, вот, да, хочу, да. А я не могу, вот, я это, не знаю как. Или вот тот самый простой сакраментальный вопрос, а что тебе для этого нужно, да, простой вопрос. И человек такой говорит, ну, а что мне нужно? Такой, ну, мне бы вот, ну, там, уверенности мне немножечко бы надо было, вот надо бы мне уверенности в себе, я бы тогда, наверное, выступил. Угу. Хорошо, говорим мы. А, ну, давай предположим, Андрей, да? Андрей, у меня мысль пришла в голову. Какая? Знаешь, какая? Вот мы сейчас взяли с тобой пример о выступлениях, и мы на этом примере будем, задавая разные вопросы, показывать паттерны, как можно разными способами доставать внутренние ресурсы. А те, кто нас сейчас смотрят, могут взять какую-то свою задачу, правильно же? Там не всем же нужно выступать, да, кому-то нужно там уверенно говорить там с директором, или, например, как-то легко, не знаю, там приступать к проектам. Или убедительно мотивировать подчиненных. Да, да, убедительно тоже тема. Давать задания так, чтобы они выполнялись, например, да. Да, вот, поэтому давайте так, чтобы мы не просто рассказывали, а вы слушали, да, применяйте сразу же все вот эти паттерны к себе, к своим жизненным задачам, и как раз-таки к тому моменту, как мы будем заканчивать, вы сможете отследить, что произошло с вашей целью, и напишите нам в комментариях, да, давайте. Да, вот там как раз вопрос, да, как достать уверенность, если ее нет. Денис, хороший вопрос правильный. Собственно говоря, мы как раз про это, да. Если ее нет сейчас, да, там, если ее нет там еще где-то, мы дойдем чуть-чуть попозже до этого дойдем. Давайте мы просто будем идти последовательно, и мы пройдем по всем вот этим вот вопросам, да, где она может доставаться, откуда она может браться, да. Вот. Поэтому, Денис, сейчас имейте в виду, для чего она вам нужна, да, то есть у вас там она же куда-то должна быть приложена, эта уверенность. Поэтому вот сейчас работаем вы работаете с этим, да, потом нам в конце напишите. Да, самый простой, наверное, самый такой понятный вопрос, да, понятное применение ресурсов, понятная проверка вот этих самых внутренних ресурсов. Ну, когда-нибудь, наверное, же она была, да, эта уверенность, да, когда-нибудь там, ну, хотя бы на секундочку, хотя бы на немножечко, да, вот это можно вспомнить. То есть это уже будет хорошо. Ну, более как того, минимум, каждый день вы, я думаю, уверенно умываетесь, там, я не знаю, чистите зубы. А я сомневаюсь. Я вот, например, сомневаюсь. Я, например, вот очень не уверен, что все получится. Делаем, да, да, вдруг там что не так с водой. Вот да. Я могу предположить, что рубашку могут люди выбирать не очень уверенно, да, но тем не менее, опять же, там, завязать шнурки, там, налить себе чай. Это простые действия, но они тоже сопровождаются внутренним состоянием, да, действия, которые вам понятны, которые там 10 раз, там, миллионы раз отработаны уже. Вот, конечно же, они сопровождаются внутренней уверенностью. Вы просто не отдаете себе в этом отчета, но если вы обратитесь к этому моменту, как вы себя ощущаете? Да, уверенно, да? И да, и еще такой момент, собственно, напомнить. Да, у нас уже был эфир NLP TV по поводу управления состояниями. Вот, можно его послушать, мы прям там техники давали на тему как раз там достать ресурс. Вот, ну давайте на этом как бы, на этом запаузим, да, идею о том, как его достать. Главное, что мы поняли, да, хорошо, нужна нам, что там, уверенность, да? Хорошо, говорим мы, ну давай, человек, вот если у тебя будет уверенность, представь, что она у тебя есть, да, там, достань, вспомни, как, нормально, уже есть идея, что ты выступишь? Такой, ну, что-то как-то нет, получше, говорит, уже, ну, пока что нет, пока что вот еще все-таки я не выступлю, говорит человек, нет, не выступлю, я пока еще не выступлю. И тогда мы предлагаем человеку следующий паттерн, да, то, что мы называем контрастным вопросом. Наверняка были ситуации, когда человек очень уверенно что-то рассказал. Например, анекдот там двум своим друзьям он рассказал уверенно. Легко, спокойно, уверенно, да. И по большому счету ситуация по структуре, она такая же, да, есть человек, он что-то рассказывает, и его слушают.
Неважно, сколько человек. При этом даже как бы вопрос не в уверенности, да, а вопрос именно в переносе контекста. Говорим, хорошо, да, это выступление перед 100 человеками, да, были ситуации выступления перед 2, 3, 4, ну, хоть что-то похожее было на это, да, хоть где-то, хоть когда-то, там, анекдот друзьям, да, то есть вот такие, то есть похожие, было, говорим, мы, конечно, было. Вот, я там вот вчера там, короче, там, выступил там, там перед 2, например, целыми человеками выступил, да, хорошо, выступил, чего тебе там помогло, какие там внутренние состояния были. Он такой, ну, задор, например, был. Вот такой задор. Я не знаю, что такое задор. Ну, был, например, да? То есть, здесь вот в этих вот всех схемах, да, работы с целями, там, с ресурсами внутренними, с, вот, с внутренним пространством, одна из самых главных идей заключается в том, что мы не в курсе, что там человек имеет в виду. И более того, нам зачастую это и не надо. Главное там вопросы его запоминать, точнее, вопросы правильно задавать, да, помнить правильные вопросы и помнить, что человек говорит. Его слова ему же и как бы использовать, возвращать. Вот, значит, говорит человек, задор, значит, нужен. Хорошо, говорим мы. Итак, представь, что у тебя есть уверенность, у тебя есть задор. Как сейчас, да? Выступишь, нет? Человек такой, не, ну сейчас, конечно, получше. Но что-то как-то нет. Что-то я очкую, да, как-то что-то я еще не выступлю. И мы тогда спрашиваем, а какое состояние было бы противоположным вот этому очку? Что бы это могло быть? Да, говорим мы, то есть, ну, сейчас, да, вот в ситуации, когда ты не можешь, да, какое состояние, собственно говоря, отвечает за вот это самое да, «не можешь»? Мы предлагаем найти полярную эмоцию, да, состояние, точнее, полярное состояние. Но здесь слово «полярное» – это штука очень субъективная. Человек может все что угодно назвать как противоположное. И вы принимаете, ну, как карту этого человека. Да? Для него это имеет значение. Он, например, скажет, ну, там, харизматично, например. Да? Ну, хорошо. И опять же, а были ли моменты, когда ты вот так себя ощущал, да, там, даже на секундочку, там, где-нибудь, там, в детстве, в юности, там, неважно. Вот. И хорошо, вот там что, харизматично, да, он да, сказал? Харизматично. Да, харизматично. Вот. И мы говорим, хорошо, давай попробуем. Теперь, да? Чего там у нас? Давай говорим мы, уверенность, да, там, что там задор был, да? Задор, да, харизматичность. Нам уже надо список прям записывать. Вот, если вот это говорим, мы есть, да, если вот это все есть, ты выступишь или нет? Нет, говорит человек. Угу. Еще не выступлю, потому что я, говорит, не знаю почему-то я еще не выступлю. Да, ну хорошо. У нас тяжелый больной. Тяжелый клиент, да, прям вообще клинический, я бы сказала. Хорошо. А было ли в детстве такое, что ты становился на табуреточку и рассказывал Деду Морозу стихотворение? Угу. Было ли? А можно ли представить себе ситуацию, да, когда через там сколько-то, 10, 15, 20 лет, да, когда ты там уже будешь умудренный, там, сединами убеленный, там, и там на должностях каких-то таких, что для тебя не будет проблем выступить, да, там, сказать угу. кому угодно, чего угодно. Даже до пенсии будешь убеленный. Сколько-то, вдруг доживешь до пенсии, да. Вот, и тогда такой, типа, ребят, я дожил до пенсии, слушайтесь меня, да. Вот, то есть, то, что называется возрастная прогрессия, возрастная регрессия. То есть поиск ресурсов в детстве, например, да, там, где, ну, там для детей реально возможно очень много, да. То есть там, где дети не знают ограничений, да, не знают там каких-то еще запретов, может быть. Mm-hmm. Это вот какой-нибудь юноша, там, 18-19 лет, может ходить к психологу, говорит, вы знаете, там, доктор, я вот, у меня проблема, я не могу с девочками знакомиться, а я как хочу, а не могу, я так робею с ними знакомиться, да? Посмотрите на детей, да, дети что-то как-то не робеют знакомиться с другими детьми, то есть нормально там, ну, подошел, совочка по башке зарядил, так легонько, привет, нормально все. Да, то есть в детстве, да, в детстве многое возможно. И вполне возможно, в детстве там вот эти самые ресурсы есть. И в зрелом возрасте, когда, например, там, ну, ты будешь уверен, что там все достиг, да, там точно там все классно, да, там, как если бы там что-то еще, то есть, в зрелом, да, там тоже, там уже тоже там что-то появится.
что там было в детстве, что может появиться в зрелом возрасте. Вот эти же ресурсы, да? Что там говорит человек? Свобода какая-то в детстве, например, да? И какая-нибудь там, что-нибудь такое, мудрость, да, или, ну, вот не уверенность, а что-то такое еще более крутое, да? Вот. Что там, ну, там, не знаю, напишите в чат, что там такое крутое у взрослых дяденек и тетенек, да, что позволяет им высказываться, взрослость какая-нибудь, да? Угу. Вот. У детей инстинкт самосохранения прибит, и они ничего не боятся. Денис, ну, да, можно как бы вкратце и так сказать, да, что там нет инстинкта самосохранения, но инстинкт-то как раз есть, да, а вот именно социальных каких-то границ поверх него настроенных, конечно же, нет. Да, и, собственно, об этом мы и говорим, да, что дети очень свободны, и там ресурсов очень много. И как раз-таки именно этот факт позволяет из детства доставать очень много ресурсов. Потому что в тот момент, пока ребенок еще живет свободно внутренне, да, пока у него еще система ограничений, социальных запретов, чувство вины, там, стыда перед другими не сформировано, он очень много эмоций испытывает совершенно свободно, да, там, и там, радость, и восторг, и уверенность, да, и спокойствие. Поэтому, кстати, вот возрастная регрессия и прогрессия, они тоже очень хороши, как паттерны поиска ресурса. Есть, кстати, один такой интересный тест и он же упражнение, скажем так, на некоторое доставание там, оптом детских ресурсов. Попробуйте, вот, ну, уже там в зрелом возрасте, да, попробуйте поперемещаться в припрыжку. Прикольное упражнение. Это упражнение вообще огонь, потому что оно там в взрослом состоянии уже такой, как там вообще ногами надо делать-то, чтобы вот эту самую припрыжку организовать. Да, это как на велосипеде один раз научился. На самом деле, там, конечно, дело не в ногах, да, дело не в движениях ног, дело в том, что у взрослых этой самой припрыжки нету, она же где-то осталась там черти где. Но если вот ее начать включить и сделать, вы получите к такому хорошему куску детских состояний доступ. Вот, это такой, типа, лайфхак, да, от NLP TV. Мы же полезное телевидение, вот вам полезный инструмент, да. Нам Александр написал комментарий. Да, ну там технический. Технический, да? Да, да, Александр, да, да, действительно, будет запись, всегда будет запись с хорошим звуком, с хорошим видео. То есть здесь прямые эфиры, они, ну, все-таки там больше, наверное, там ценны, может быть, вопросами. Вот, ну что, значит, дальше. Да, достал там человек свободу из детства, достал он там взрослость из взрослого состояния. Ну чего говорим мы теперь, когда есть это все, да? Там, уверенность, там, вот это все, да? Я сейчас даже не буду за собой записывать, неинтересно. Когда в реальной работе, конечно, запоминаешь и записываешь тоже. Когда вот прием ведем, да, когда и вживую, и по скайпу, когда вот такие там достаточно сложные вещи там, да, у людей выясняешь. Мы же сейчас абстрактные примеры берем, поэтому нам не критично. Когда мы работаем с конкретным человеком, нам нужно использовать ту терминологию, те слова, которые использует человек, потому что они для него имеют огромное субъективное значение. Ну, да, а сейчас поэтому, мы так, да, развлекаемся. Тоже такое, как бы, кто тоже работает, да, с клиентами, ну, записывайте слова людей важны, которые они говорят. Ну вот, значит, мы это все собрали, человеку говорим, ну что, если это все есть, ты уже в конце концов выступишь или что, потому что там, ну, как бы время, да? Упертый у нас человек. Вот, человек говорит, нет. Нет. Все равно пока что еще нет. Вот, а почему, а почему, а мы не знаем, почему, чего еще нужно, да? Тогда, какие еще тогда способы есть? Коуч-психолог продолжает изощряться. Помнить человека, который классно выступает, да, у которого было бы хорошо поучиться. Тем самым мы находим модель для подражания. Да? Ну, кто нравится. Если человек, который выступает вот так, как хочешь выступать ты, спрашиваем мы человека, да? Там неважно кто, живой, неживой, настоящий, не настоящий, ну, в смысле, живой, в смысле, настоящий, не настоящий, да? Ну, и в том числе, может быть, и из прошлого. Человек, неважно, главное, чтобы была некоторая модель, что вот он так выступает. Вот, дальше, собственно, вопрос, да, хорошо, ну давай, вот он так выступает, а кто он, да? Там,
кого мы пиарить будем, а кого мы пиарить не будем. А что, давай Жириновского мы пиарим. Ну, например, да, например, Жириновский. Да. Да, например, вот хочу, вот Жириновский выступает, вот классно. Вообще жжет, да? Классно выступает, мне вот хотелось бы что-то похожее. Хорошо, мы говорим, вот это самое его похожее, да, то, что он делает. Он, собственно говоря, почему он это может делать, да, чего у него такое есть, что он так делает. Состояния какие-то, качества, да, вот какое-то вот, что ему позволяет это все. А человек говорит нам, он депутат Госдумы, он лидер политической партии, он в Госдуме сидит, черт сколько, у него там миллионы денег, там, ну, в общем, нормально у него все, да, поэтому. Мы говорим, хорошо, это понятно. Но вот от того, то есть, здесь в чем прикол, да, здесь важный момент разграничения ресурсов внутренних и внешних. То есть мы не можем там в психотерапевтическом контексте человеку никакой техникой НЛП добавить денег прямо сейчас, да? Мы не можем никакой техникой НЛП его в Думу там, затащить, посадить, да? Вот. Но с внутренними ресурсами мы можем работать. Поэтому мы говорим, хорошо, если бы у тебя это все было. Вот, у него это все есть, да, от этого, по твоему мнению, какой у него ресурс, какое у него состояние? Человек говорит, ну, от этого у него, например, какое-то такое мощнейшее «я», там, внутренняя референция, например, там, или что-то еще. Какие слова ты говоришь, Андрей. Вот, да, там, пишите в чат, кто не понял эти слова, мы сделаем отдельный эфир и их расшифруем, да. Ну, на самом деле, вот, давайте, возможно, это с какой-то точки зрения развития идеи уверенности, да, но... Ну, как бы, если человек, например, говорит, уверенность да, но ее не хватает, а тут еще должна быть там какое-то я такое могучее, да, то это значит для него это разные вещи. И мы говорим, хорошо, уверенность, я, там, внутренняя референция. Угу. Без разницы. Сколько бы слов ни было, у человека за этим стоят его состояния, нужные ему. О, мы, значит, фиксируем. Вот, зафиксировали. Да. Вот, а человек по-прежнему не выступает. Тогда мы, значит, подключаем как это, тяжелую артиллерию. Человек по-прежнему испытывает своего психолога-коуча. Мы говорим тогда, хорошо говорим мы, ну а давай так. Если бы вообще все было возможно, если бы все что угодно было возможно, да, если бы ты мог вообще все что угодно, тогда какое бы тебе должно было быть состояние, тогда что бы там сделалось, тогда там чего бы включилось. И человек говорит, нет, ну если бы все было возможно, у меня бы тогда была какая-то вот такая там, ну, стабильность внутренняя, да, чтобы типа там вот я решил, и так и есть, например. Но у меня же ее нету. Собственно, чем хорош вот этот вот паттерн, как если бы. Очень часто люди вот в этих самых там психологических штуках, в работе с ресурсами, они прекрасно знают, что им надо. Вот только проблема в том, что, например, какой-то ресурс их уже подводил несколько раз, например. То есть, там раз, два, три, он у них там, ну, не включался, не работал, да, его не хватало. И поэтому человек там у себя в голове внутренне решил, что это, конечно, хорошо, только не работает. Да, вот. И, соответственно, печалька. Ну давайте такая метафора, да, там для того, чтобы, ну представьте, что у вас дома есть утюг, но он сломанный, да, и вот, значит, вы живете со сломанным утюгом, и вам надо что-то гладить, одежду, рубашки, там, я не знаю, там, брюки, там, гладить надо, да, что может помочь погладить, ну и вы там извращаетесь. Там есть всякие методы, как рубашку делать так, чтобы она там после стирки не мялась, да, есть там старые древние методы, как там гладить брюки путем укладывания их под матрас. Ну, в общем, там дофига всяких таких хитрых лайфхаков, да, из там древней студенческой жизни. Но почему вы не используете утюг, да, почему вы не вспоминаете про утюг? Да потому что он у вас сломан, и он не работает, это смысл про него вспоминать, да. И вот примерно то же самое получается с ресурсами, получается с состояниями, которые вот так вот человека подводили. Он про них просто, ну, не вспоминает, потому что, ну, а смысл? Если все равно они не работают. Но здесь нам, да, как раз таки надо, потому что они не работают у него. Они не работают там в его, например, жизни. Угу. Ну, у него же нету НЛП. Он же там,
он же не психолог, он же не коуч, он же не нелопер, он же к нам пришел, за этим же пришел, правильно? Поэтому мы говорим, ты не парься, что там у тебя работает, не работает. Если надо, мы включим, да? Если надо, мы там тебе состояние там и усилим, и подкрутим, это наша проблема. Ты главное скажи, чего. Поэтому, если бы все было возможно, и он говорит, нет, ну если бы все было возможно, тогда у меня было бы вот это состояние. Тогда бы оно у меня, блин, работало, да, тогда бы он прям был нормальный утюг. И мы тогда, мы говорим, хорошо, давай, ну как его включить, это наша задача. Как его достать, как его там сделать стабильным. Опять же, есть для этого техники, хоть якоря, хоть субмодальности, пожалуйста, не вопрос, включим. Теперь это говорим, ты выступишь уже наконец-то или где? Человек говорит, а нет. А еще пока что нет, не выступлю. Потому что вот, говорит, ну, вот что-то такое, вот как-то вроде бы все есть, говорит, вот сейчас вот я понимаю, что вот, ну, все уже практически хорошо, но что-то как будто бы где-то еще вот чуть-чуть не то. Вот. И тогда мы предлагаем человеку создать коктейль. Иногда бывает у человека в голове мысль, что того, чего ему надо, он вокруг или там внутри себя не находит. И вот то, чего ему там на самом деле хотелось бы, оно состоит из разных компонентов. И фактически мы начинаем собирать такой вот конструктор или коктейль состояний, который будет работать именно для этого человека. Он говорит, ну вот мне бы туда немножечко активности, немножечко радости и там какой-то бодрости, заряд бодрости, но активности там 40%, да, и капелюшечку там, я не знаю, апельсинового сока, да, это почему? Да потому что там это радость. Хорошо, и человек начинает вот таким образом собирать по кусочкам то, что, то, чего он хочет, то, что включит его и позволит преодолевать состояние. То есть какое-то состояние, которое, он говорит, ну какое-то такое, я не знаю, говорит, его, не могу его назвать. Да, оно похоже на радость, но там как будто бы не совсем радость. Как будто бы еще вот это, ну как будто бы тоже вот, ну такое не сильное, да, и как будто бы еще вот это. То есть он нам описывает этот вот коктейльчик. И наша задача, да, давай, собрал. Добавили. Ну чего говорим мы? Давай, теперь давай выступай. Он такой, а нет? А не выступлю. Такое. А не выступлю, говорит, потому что, говорит, я не знаю почему. Я не знаю, говорит, почему я не выступлю. Такое, говорит, ощущение, что все есть, а чего-то, и почему-то, говорит, я не могу. Хорошо, говорим мы, на что похоже это состояние? Вот это то, что ты описываешь, да, типа там все есть, а чего-то нет или чего. На что это похоже? Вот такой, ну, это как будто там, не знаю, там этот, как он называется, растение пробивается через асфальт, например, да, ну, чуть такой, метафору какую-нибудь говорит он. Я говорю, хорошо, ну здорово, ладно. И чего говорим мы? Этому растению там что помогает-то все-таки потом пробиться через асфальт? Такой, ну у него природа же такая же, говорит, у него такая внутренняя природа. Я говорю, ну хорошо. А вот внутренняя природа растения вот там, да, это к тебе вот, ну, в переложении на твою ситуацию, это чего обозначает-то? Он, ну, это такое состояние, говорит, что я все равно выступлю. Такая, говорит, какая-то вот не такая. Я, знаете, слово безысходность пришло в голову. Потому что мы. Такой мощный ресурс. Уверенность. Безысходность. Мотивация. Вот это самая мощная мотивация. Мы уже уверенность использовали, да. Дэ. Уже у меня слова заканчиваются, да? Короче, человеку придется бескомпромиссно выступить. Бескомпромиссность, безысходность, намерение, например. То есть, давайте там любое слово, да, приходит в голову. Хорошо, говорим мы, ну давай, окей, теперь выступай. Ну, он пошел выступил, наконец-то, да? Потому что мы с помощью всех вот этих вот ресурсов, да, мы собрали, наконец-то, все. По всем уголкам, там, по всем закоулкам мы собрали. Собрали, набрали все вот эти самые ресурсы, достали, включили. Вот зачастую бывает так, что человеку достаточно там 2-3 вопросов, чтобы он понял, чего ему не хватает и получил доступ. Понятно, что там есть дополнительные техники, как это усилить, как развить, как включить, да, но первый этап – это получение доступа, это осознание и понимание. Но если, например, действительно не хватает, тогда вы проходитесь по всем паттернам, просто доставая там из разных мест, там уголков памяти, фантазии, все вот эти варианты, соединяя их воедино.
А теперь вот давайте такой вопрос. Кто делал это упражнение применительно к своим целям, к своим задачам? Напишите, пожалуйста, как там у вас получилось, там, как сейчас вы к этому относитесь, к своей задаче, как она видится теперь? Вот, а мы пока это... Ну, а мы пока, да, продолжим. Мотивационную штуку скажем. Да, собственно говоря, вот по технике SCORE из прошлого эфира и вот по вот этим паттернам ресурсов, поиска ресурсов, однажды там был такой очень показательный, наверное, модуль как-то на курсе науки и практик в Краснодаре год 3 назад, кажется, где, собственно говоря, вот на демонстрации вот этих вот двух техник, да, там один человек от фобии собак избавился, а второй курить бросил. Вот только исключительно вот на вот этом. Это даже нас иногда такие вещи удивляют, хотя, казалось бы, нас-то уже сложно удивить. Да? Ну, блин, вот и бывает. И это тоже ресурс, да, и это действительно мощь доступа к внутренним ресурсам. Что, вот. никто не делал, все слушали? Все, ну, это все, хорошо, конечно. Все уже все сделали и убежали выступать, да? Как там бывает, когда на тренингах мы демонстрируем всевозможные там техники, да, иногда техника выходит, скажем так, за рамки запроса человека. Вот, и возникает иногда такая ситуация, что там, ну, как-то человек вышел с каким-то запросом, мы показываем, значит, демонстрируем технику. И, собственно, у человека уже запрос закончился, он все понял, уже все хорошо у него, да. А нам надо бы еще допоказать там несколько шагов техники, да, потому что мы же все-таки не про лечение, а про демонстрацию, про обучение больше на тренингах-то. Вот. И тогда получается человек. Вопрос такой, знаете, там, типа из зала, а до какого. Докуда надо делать технику-то с человеком? До каких пор надо производить вот эти самые там, поиски ресурсов, там, технику и все остальное? Ну, до какого? До такого, что человек убежал от вас жить своей жизнью. То есть он все понял, ему хватило, он убежал жить. То есть люди там. Ну, да. люди стараются прервать технику на демонстрации. Люди, если все поняли и запроса не осталось, люди там как бы радостно убегают с половины сеанса, потому что, ну, если все нормально, да, и можно бежать и радоваться, нафига сидеть и дальше что-то еще пытаться мусолить. Нет, все нормально, можно бежать и радоваться. Так и здесь, с паттернами ресурсов. Как только их хватило, все прекрасно. Их сколько там, 10 штук, по-моему, да, для того, чтобы точно найти. Вот, но если мы нашли там с двух, с трех, да, ну и прекрасно, все здорово. Вот. Ну что, это мы прошлись, это мы поговорили про ресурсы внутренние. Вот, но дело-то в том, что, понятное дело, у нас ресурсы не только внутренние есть. То есть есть еще и ресурсы внешние, мы по-любому используем, да, и мы и ими тоже управляем, и, собственно говоря, они нам тоже нужны, и с ними тоже могут быть вопросы. Вот, как решаются вопросы, как решаются сложности с ресурсами внешними. Ну, собственно говоря, вообще все ресурсы давайте будем делить на 5 категорий. Ну, чтобы мы понимали, да, там их немножечко разные. То есть мы по-разному. Немножечко их обобщим и разделим по направленности, по функциям, может быть, так, да, назовем это. Да. Первое и самое, наверное, понятное, самое, наверное, там, ну, как-то всем очевидное. Всем, да, ресурсы, понятное и всем желаемое. Ресурсы материальные, то есть деньги, всевозможные материальные штуки. Вот. Первое. Второе тоже понятное. Время. Ресурсы временные.
Вот, кстати, временной ресурс, его однозначно сложно отнести к внешним или к внутренним. Да? С одной стороны, ресурс конечный, он является с этой точки зрения внешним, да? А с другой стороны, эффективность его использования может так сильно варьироваться, что именно человек может внутренне управлять состоянием восприятия времени, управления временем. Поэтому просто знаем, что вот этот, вот такой ресурс, он есть. Это хорошо. Третий тоже понятный, да, не все пять понятные, да. Третий знания, информация. Ну, тоже понятно, да, понятно, что она является ресурсом. Понятно, что если мы, вот нас спрашивает, например, человек Виталий, да, где по дешевке можно спирт купить. Это явно запрос на ресурс информация, да, и там, если бы мы обладали ей, мы помогли человеку. Ну, вот увы, да, нет, может быть, кто-нибудь поможет. Вот, информация, значимый ресурс, да, там есть мнение, что кто владеет информацией, там, владеет миром, да, вплоть до такого. Значимый, да, конечно. Да, конечно. Навыки, состояния. Вот это в том числе вот те самые внутренние ресурсы, про которые мы сейчас говорили. Они тоже там зашиты. Да, если у вас есть там, состояние какое, работоспособности, да, там, уверенности в себе, там, еще чего-то, да, активности, является оно ресурсом? Да, конечно, является. Да, ну и навыки с точки зрения там какой-то физической, да, навык быстро прочитать книгу и, например, дать аннотацию, да, навык что-то там отремонтировать, настроить, да, там физические навыки, интеллектуальные навыки, а мы тоже относим их вот к этой категории. Вот, и да, совершенно верно нам подсказывает Александр. Пятый ресурс – связи. Связи, то бишь знакомства с разными людьми. Являются ресурсом? Да, конечно, являются. Вот они все пять групп ресурсов, там и внешние ресурсы, и отчасти внутренние. Вот, и, собственно говоря, самая главная, самая интересная идея здесь, в ресурсах, в том, что они могут друг в дружку конвертироваться. В том, что если, ну, давайте там самые простые, мы несколько простых примеров накидаем, дальше там, ну, думайте сами, да. Угу. Там логика будет понятна, да, как раз-таки, если вам приходят мысли по ходу, пишите сразу в чат. Угу. Если у вас, например, есть такой ресурс, как деньги, но нет такого ресурса, как время, что надо сделать? Купить время специалиста. Да? То есть, логично же. Да, нанять человека, чтобы он делал чего-то там за вас, да, разгрузил вас, у вас высвободится время. Логично? Угу. Логично. Если у вас есть время, да, а нужны деньги, что надо сделать? Обратная задача, да? Да. Устроиться на работу, пойти поработать. Да, то есть там вот варианты, они не имеют значения. Основная идея, вы свободное время меняете на деньги. Если у вас есть, опять, например, деньги, да, а нужно вам такой ресурс, как там внутренняя гармония, например, да, хороший или ресурс. Спокойствие, что вы делаете? Вы берете деньги и летите на Бали. На Бали, там, в Индию, там, в Тибет, куда-то еще, да? Там неделю сидите, медитируете, возвращаетесь, чего у вас есть? Есть внутренняя гармония, есть спокойствие, да? Вот, либо вы там не летите, а где-то здесь находитесь, там, идете и. Спа-салоны идете. Спа-салоны, да, идете, может быть, там в там, йога-центр, там, медитация-центр, там, опять же, там, к психологам идете, например, да, то есть там, чтобы вам подкрутили, да, там, к нелперам. Вот, нормально, работает такое, работает, конечно. Вот, если у вас есть там. Ну, давайте, там, деньги в связи, да? Если у вас есть деньги, как создать связи? Люди ходят по, в том числе, ходят по нетворкинговым мероприятиям. То есть, да, там, купил билет, там, это, конечно, еще и время же, да? Отчасти, да? Ну, там, купил билет, пошел на какой-то там семинар, там, где нетворкинг. Нормально, да, нормально, в связи. Вот, таким вот образом, да? Навыки. Как конвертируются навыки в связи? Откройте свой телефон. Вот любой человек, откройте свой телефон. Откройте эту
книжку, записную книжку, да, там есть такие, как это, такие волшебные имена. Там Иван СТО, там Коля Шиномонтаж, да, там Маша Волосы, там, не знаю, кто там, Наташа Ногти, да, вот. Есть. Это чего? Да. Это чего говорит? Да, это люди, у которых есть определенные навыки. Там навыки ценные, навыки важные, да. И эти люди, если вас спросят там, а ты не знаешь, там, есть у тебя кто из ТОшник знакомый? Что у меня там есть вообще нормальный? Мне 10% как раз сразу такая конвертация в деньги. То есть, и вы этими телефонами обмениваетесь, да? То есть, если вы обладаете некоторым навыком, вас будут вот так вот по телефонам передавать. В конце концов, у вас тоже там возникает списки телефонов ваших клиентов, да, и некоторые из них там прям нормальные, да, которые тоже там что-то такое могут. Вот, в некоторых местах нашей необъятной родины, да, связи являются самым важным ресурсом вообще во всем. Все остальное через них делается. В некоторых, например. Это имеется в виду наш Кавказский регион, особенно. Отбей, да, пожалуйста, и все. О, работает отлично. Вот. Вот, да. Поэтому, конечно же, вот связи конвертируются в навыки в связи. А вот связи в навыки каким образом могут быть переведены? Каким? 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 Знаешь человека, который это умеет делать? Вот и все, да. Ты ему чем-то помог, он тебе чем-то помог, и нормально. Нет, вот, пожалуйста, вот и навыки, да. Верно. Собственно говоря, когда вы, уже подытоживая немножечко наш сегодняшний эфир, да, когда вы смотрите на какую-то задачу, на какие-то изменения, которые вы хотите произвести в там, вашей жизни, вот можете смотреть, исходя из идеи вот этого нашего предыдущего эфира про тот самый SCORE, да, про техники изменений, про техники планирования изменений. Вот, и подключайте и сегодняшнюю технику, подключайте ресурсы. Какие нам ресурсы нужны? Вот эти. Что тебе нужно? Время, хорошо, пишем время, сколько нужно? Вот столько. А есть столько времени? Нету. А сколько есть? Ну, вот там, ну, меньше есть. Ну, хорошо, ладно. А давай подумаем, из чего мы можем сделать это время? Там, где-то, может быть, в другом месте освободить, где-то что-то делегировать, где-то еще как-то. Где-то, может быть, ускорить, где-то, может быть, сэкономить, да? Где-то, может быть, по принципу там, старого советского мультика, да, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Да? Давай, может быть, мы потратим там пару-тройку дней на то, чтобы освоить какую-то технику, освоить там чего-то, что нам позволит сократить траты времени, например. Да? С одной стороны. А с другой стороны, стать обладателем какого-то навыка, который потом можно точно так же трансформировать в деньги, в связи, в состояние, да, или еще в какие-то ресурсы. Угу. Хорошо, там что там еще, да, какие еще там? Ну вот у меня таких состояний нет. Окей, состояния, и вот они все, да. Нелтовские наши техники. Опять же, ну, можем только сослаться на еще один наш эфир, да, про управление состояниями. Мы там говорили о том, как можно включать у себя вот те самые внутренние ресурсы. Доставать и включать. Находить и включать. Вот, да. Когда мы все ресурсы собрали, ну, все, можно это. Вперед, да, можно начинать. Можно начинать двигаться, собственно говоря. Да, и, кстати, было бы интересно, если бы вы сделали упражнение для себя. Выпишите все эти ресурсы, о которых мы сейчас говорили, 5, да, и попробуйте прописать, каким образом конкретно ваши ресурсы вы можете конвертировать друг в друга. Деньги в связи, связи в навыки, опыт в состояние, там, во время, там, еще во что-то. Пропишите максимально, насколько у вас получится. Вы увидите интересную картину. Скорее всего, вы привычно увидите, что вы привычно пользуетесь одним, может быть, двумя ресурсами. Ну, это у вас на автомате уже получается. И творческая задача – раскачать остальные, да? Просчитать, как можно подключить другие, а тогда ваши возможности будут шире. А мы даже можем дать домашнее задание такое нашим всем телезрителям, да, полезное домашнее задание. Вот, возьмите, например, вечером, да,
Ну, выделите себе вечером, может быть, не каждый день, может быть, там в течение какого-то времени. Вечером проанализируйте, пройдитесь по своему дню, да, и, ну, скажем, там пару-тройку возьмите задач, которые вы там решали в течение дня. Вот, ну, самых, которые, ну, может быть, важные для вас, да, может быть, ценные, может быть, которые там, решения которых вы хотели бы улучшить, может быть, в процессе. И потом просто подумайте, хорошо, вот, например, там, ну, какое, не знаю, там, еду приготовил, например, да, себе. Хорошо, с помощью чего вы его приготовили? С помощью каких ресурсов? Просто возьмите и проанализируйте. Ну, там, как бы материальные, потому что продукты, да, и временные, потому что там, вот я встал, приготовил. А навыки, да, Навыки. знания, рецепта в голове, да, становится понятно, что любой процесс, он включает в себя ряд, да, ресурсов. Да, и при этом вы можете, например, посмотреть, что там какие-то ресурсы есть, каких-то нету, каких-то больше, каких-то меньше. А потом подумайте, а как бы можно было бы эти ресурсы перебалансировать? То есть как бы, например, сделать так, чтобы, например, времени тратилось на это меньше? Сходить. Ну, например, да, то есть тут мы как бы переводим, да, переводим там с времени на деньги, например. Да, хорошо. А еще, например, как, да? Какие-то, может быть, еще там знания каких-то других рецептов, да, знания там чего-то еще, например, раз, о, да, хорошо. А связи, пойти к кому-нибудь в гости, Пойди кому-нибудь в например. гости, напроситься на еду, да, или пригласить в гости, Отличный вариант. кто умеет, любит готовить и просто вот ищет, кому бы приготовить еще еды, а, я так люблю готовить, я там кому приготовить еду. Вот, знаете такого человека, если, а может, кто знает из ваших друзей, да? Да, Пусть он и приходит, вполне, вам готовит. да. А там как раз-таки вопрос, можно ли как-то с помощью ресурса коммуникации договориться, чтобы это было без ресурса денег исполнено, да? Интересные задачки. Да, и, собственно говоря, вот так вот вы и берете какое-нибудь такое действие и просто смотрите, из каких ресурсов сейчас оно состоит, да, каких больше, каких меньше. И потом просто вот как творческая задача думаете, хорошо, как я могу это через другой ресурс? Как я могу, например, какой-то один ресурс убрать или минимизировать прям, ну, просто до какого-то такого прям, там, прям вообще, да? Ну, там, не знаю, ездите вы на своем автомобиле, да? Какие ресурсы, ну, то есть какие задачи решаются, какие ресурсы тратятся, вот, ну, когда у вас свой автомобиль, да? Это материальные ресурсы, это навыки, это и, ну, это и временные, да? Хорошо, что с этим можно сделать? А если, например, ну, подумаем, да, если, например, вы будете на такси ездить, да, чего изменится? То есть, что у вас, что по ресурсам, то есть, у вас там, ну, чего изменится, да, чего улучшится, чего ухудшится, как перебалансируются ресурсы? А может, так и лучше окажется? А может, наоборот? Ну, вы, по крайней мере, будете видеть, да? Вот такое интересное задание. Вот, практикуйтесь, это очень интересно. И пишите нам в комментариях. Мы будем отвечать, и, возможно, появится тема для следующего эфира, да? Ну что, на сегодня все. Вот, пишите нам в комментариях, пишите нам в личку во всех соцсетях, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и ВКонтакте, даже в Одноклассниках, блин, мы Да, есть. и в Инстаграме Да, тоже, да. пишите, задавайте вопросы, там, интересуйтесь. Если какие-то сложные вопросы, там, не стесняйтесь, мы там по разным вопросам консультируем. Вот. Конечно же, подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Там сохранены все видео предыдущих наших эфиров. Там же есть видео, связанные с управлением состояниями. Там же сейчас уже есть видео нашего прошлого эфира с техникой SCORE, которую мы сегодня упоминали. Заходите, смотрите, подписывайтесь, предлагайте свои темы к рассмотрению. Мы всегда внимательно это отслеживаем и готовим эфиры, когда вы о чем-то нас просите. Это здорово. Пишите в комментариях, либо нам в личку, напишите, о чем еще хотели бы вы от нас услышать. Мы обязательно расскажем. Вот. Ну а что, а на На сегодня все. сегодня все. Да, Да. спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире. Спасибо всем, кто будет смотреть в записи. Вот. Ну и Рада вас видеть всегда. да, рады. До новых встреч. До новых встреч в эфире NLP TV.
NLP TV – самое полезное TV в мире.